Короче, чекайте, это будет самый необычный билд на Хроноса. Я собрал Хроноса мид, который идеально работает как маг на мид. Ну, господи, чел! Остановись! Иначе остановка будет последней. Всем привет, Куз, здорово! А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. Также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Его реально можно собрать в АДК, его реально можно собрать в мага с прокаст. Прокаст. Ну, слили? Да, конечно. У меня 2 килла на всю команду, которую я сделал. А все остальные сыграли 0.5, 0.3, 0.3 и 0.2, по-моему. То есть челы вообще никого не убили. Ну, это пул бессмыслица была. Minions have spawned. Сейчас Белон убьют. Пойдет. Пойдет. Ну отходи, пожалуйста, друг, ну отходи. Ну что ж там, что ж с ними не так-то, а? Хорошо застанил. Хронос хорошо застанил, чат. Он, кстати, без эскейпа. Алло, нападай на него. Пел. Ой, хорошо. Как же вкусно. Be right back. Окей. Да, девайт, напиши. Я завтра анонсирую тогда, и мы все это сделаем. Уйди с мида. Чел, уйди с мида. Все, уже все. Иди фарми. Качаемся через единичку, раз мы прокаст Хроноса собираем. Но все равно, скорее всего, полинамикон будет в билде. И в основном будем использовать четвертую стадию часов. Эй, не видел, как я попал. Ладно. Да, окей, спасибо, Макс, я гляну. Пойдет. Да, попрыгай, да. Ты как? Сука, за что? Что за миссы? Пойдет.
Долго. Долго качается Арахна. Очень долго. Давай даже так. Через скрижаль. Мне даже самому что-то стало интересно резко. Нормально ли будет Хронос через скрижаль играть? Oh, he is for sure blaming his team right now. Your middle tower is under attack. Просто какой-то странный игрок. Айсис. Я уже нажал, друг. Ульт это хорошо. Надо было, кстати, разворачиваться. Не думал, что я столько урона ей дам. Мог бы убить. Но задоджил все прекрасно. Да ты подлюка. Хорошо. Хорошо. Там убил он, и жесть как горит. Его убивает Йормунгадский декотик. Fuck this kid. Нормально. Ну бывает, а что поделаешь? А что поделаешь, друг? Бывает и такое, да. Да блин, мой косяк. Давай, друг, ну застань, пожалуйста. What the fuck? Вы серьезно? Да иди в жопу, блин, сука. Иди в жопу отсюда. О, молодец, Белона, смотри, разозлилась и убила все-таки. Ого. Все понимаю, конечно. А что за урон? Мне сразу два, да, прилетело молота просто. Нормально. Пойдет. Ровно по голде идем и на один килл отстаем. Ничего страшного. Не умри только, друг, пожалуйста. Мне фидить не надо сейчас. А что, у гнома пригорело или что? Дракон? Пак. Оп, оп. Оп и оп. Оп. Все задоджено, чат. Это еще что? Не понял. Ой,
А его нельзя, да, пробить вообще никак, получается. У него один хп. Жалко, что он фул иммунен ко всему. Замес был фул странный. Здорово, Фенрисот. Ну ладно. Издеваешься, что ли? У меня. Здорово, здорово. Возьми лучший серкет. Она чуть посложнее в реализации, но мне кажется поинтересней. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ну давай, ассистик. Очень вкусно было. Добрый, добрый мужик, добрый. Фафнир все по красоте сделал, да и не говори. Она раунд ю. Ой, блин, не то нажал. Ладно, так тоже сойдет. Пойдет. Да, пойдем. Пойдем под фармишь, друг. Экс, ну что, книга то-то. Это получается Хронос через билд книголюба. Моя разработка. Как вам такое, чат? Хронос через билд книголюба. Да господи, чел! Остановись! Иначе остановка будет последней. А где Гуан? Он же только что с нами был. Понял. Как так быстро? Я даже ульт не стал юзать. Ладно. Ладно. Ладно, но это странно. Нормально кабум бьет. Кабум. Ладно, Арахна что-нибудь придумает. Давай, давай, шар. Шар, полиномикон и, скорее всего, тахути. Билд из говна и палок, чат. Парни, пока мой мид фармят, пофармю лес. Еле выговорил, пофармю лес. Падло колесо. Фрикин кул. Нет, не буду шар собирать, нет. Я маг без эскейпа. И без скорости передвижения. Бегите, глупцы, бегите. Да сука! Спасибо, ладно. Вы видели просто, что за тайминг дерьма? Что за тайминг дерьма? Не, ладно. По-моему, идеальный тайминг, ладно.
Так пойдем, пойдем, атака Gold Fury, пойдем. Атагрить, атагрить! Ладно. Типа на что он рассчитывал, Гуан Юй? Что мы быстрее убьем, чем она ульт взорвет? Который за одну секунду взрывается перманентно. Мне нужно 2900. Нет, да. Не знаю, с каким глифом Тахути собрать. Хочу Тахути с глифом. Вообще 100 лет не играл через Хроноса Мага. Мне показалось, вот здесь кто-то был. Вроде как дал нормально по урону. А, я умер, кстати. Ну, они меня не заметили. Что ж пойдет так. Как же Хронос быстро лес чистит? Ну, слушай, Хронос в целом хороший, я же говорю, универсальный персонаж. Которого хоть так собирай, он все равно будет сильным. Просто, наверное, все-таки больше эффективен как АДК, я думаю. Нежели как-то по-другому. Careful left, be careful left. Спасибо. Он даже без ульты влетел и столько мне урона нанес. Ах ты ж, бицы есть. Ты что, бицы купил? Ой, просто жесть. Не, он... Я, конечно, извиняюсь, но что? Что в 100? Вы видели этот урон? Достаточно одним станом попасть. Одним станом и единичкой в таком билде. И я просто уничтожаю их чат. Главное четвертую стадию юзать, вот эту. Плохо. Так быстро из стана вышел. Здорово, здорово. Здорово, кадавер. He is for sure. Здорово, 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 Даркист. Здорово, мужик. Такс, давайте глиф все-таки возьмем через Тахути. Понятное дело, через этот гибельный. Идеальный больше подходит Хроносу, сразу скажу. То есть Хронос все-таки с его двойкой. Что? Что? Че за претензия к Хроносу, не понял? Я же сдал прокаст. Он же идиот. Ой,
Я понял, этот уже здесь. По двоим попал станом. Давай, остановись. Остановись и дай мне стан. Мол, туда его, чат. Лойку. Нет-нет-нет, не заряжай. Да блин, у тебя что, тоже бицы? Вы что, умеете бицы покупать? Не понял. Поняли, да, в чем претензия ко мне была? Я слишком поздно подошел к пиромантеру. Называется, короче, Хронос через безумный урон, чат. Так и знал. Это проблема, кстати, сейчас умру. А где команда, я извиняюсь? А, ну ладно, ладно. Окей. Так, давай полиномикон. Next. Хронос через токсичность. Нет, нет. Хронос через билд убер дэмэдж. Хронос через билд убер дэмэдж. А, у нас, по-моему, АФК, да, стоит чел. Убер дэмэдж равняется токсичность. Да нет. Хронос без Хроноса, не Хронос. А некуда сувать в билде, к сожалению, Хронос педант. Ласт слотом нужно, наверное. Да хотя можно ласт слотом собрать. И нормально будет. Короче, чекайте, это будет самый необычный билд на Хроноса, потому что я пески времени апну в этот. Вы поняли, да? Кто понял, тот понял, чат. Я апну в альтернативную хронику. Им нужно будет меня дважды убить. Трижды, трижды. Я буду рейд-боссом для них, чат. Тихо, отойди от меня. Ты что, дурак? Неадекватный. Хорош. Хорош. Ого, замедло. Умерла. Да-да-да, нам надо мид ломать, нет? Мы можем, мы не можем. Вы чё, парни? Все понимаю, но что вы делаете? Помогите Хроносу. У них, кстати, есть нейт, прикинь.
Я еще ее ни разу не видел. Что он делает? Что? Какой интересный троллинг. Надо будет центрик на ФГ воткнуть. Пойдет. Извиняюсь. Да, скорее всего, так и есть где-нибудь. Скорее всего, он бы так и сделал на нейт. Забрал бы вышку и такой, вы видите, я полезен, фул полезен. А то, что 25-я минута, я его первый раз вижу в игре, это, конечно, дает о себе знать. Как же я больно Фенриру, ой, Фафниру делаю, гаддаем. Вы это видите? Так, атака, атака, давай. Чел. Да, так непривычно на Хроносе без скорости атаки играть, вы даже не представляете. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Привет, 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 привет. Здорово, Динки. Гаулик, здорово. Здорово всем, чат. Здорово. Погнали. Погнали. Собирать нереально просто авторский билд на Хроноса. Ну что, два раза им нужно меня убить, два раза. Главное, чтобы альтернативная хроника не сработала раньше ульты. Потому что после хроники ты стоишь на месте, и я просто банально не успею заюзать ульт. Здорово, Захар. И это, конечно, фулл проблема. У нас разборки с Оли и Нейт до сих пор. Хорошо. Ой, хорошо. Хорошо. Эй, Фенрир, отстань от меня. Почему ты в меня только ультишь? Ты идиот? Точнее, станешь. Как вам урон? Как вам урон? Вы видите? Хронос через билд адекватности, чат. О, я попал, попал, попал. Ой, хорошо. Господи, вы это видите? Оп, альтернативная хроника. Оп, Аегас. Гады. Ладно, продал, продал, продал. Но ничего страшного, сама виновата. Да подлюка ты, сука. Нормально, нормально. Урона просто какое-то невообразимое количество. Наказали. Ах ты сука, а фрик пришел. Фрик на Динки. Динки через билд фрика пришел, сука. Мяу-мяу.
Да я слил в нулину все, мужик. Я слил в нулину. 2700 у меня. С 3500 упал до 2700. Не знаю, как теперь жить даже на таких низких ММРах. Все, что ниже 2500, это вообще ни о чем. Дикет. Дикет сам любит фидить. Но я же говорю, через билд фрика. Норм снайплю. Да ты со своими 900 ММР не можешь меня снайпить, как ты же понимаешь. Так. Самый инклюзивный билд. Да, да. Слушайте, ну заказ был на Хроноса мид. Я собрал Хроноса мид, который идеально работает как маг на мид. В чем проблема? И на мид это не имя, если что. Это именно Хронос. И ради Гзенича собрал Хронос педант. Просто потому что Гзень сказал Хронос без Хроноса, а не Хронос. Теперь даже этот тейк не работает, прикиньте. Даже это теперь не работает. Я топ дэмэджа? Сука, соль, ливни, подлюка, я должен быть топ дэмэдж. Пойду на итоге. Пойду разберусь с Нейт, чат. Пойду разберусь с Нейт. Не знаю, получится или нет, но я должен ее просто высосать один на один. Без шансов. Что? Итак, парни, 190 секунд мы не должны драться. У меня должна откатиться альтернативная хроника. Счастливый дед. Да я просто рофлю. Мне нравится. Ноль урона. Ноль урона, Хронос. Понял? Yes. Тебе yes. Так, четвертую стадию на часах. Обязательно. Не за мной пошел? Ну, третью, то есть, да. Не четвертую, третью. Пол хп. Пол хп как с куста. А что они делают, я извиняюсь? Ретрит, да понятно, что тебе ретрит. Тихо, парни, тихо. Откатываемся назад сюда. И трахаем ее. У тебя что, опять бицы? Ты не должен покупать бицы, подлюка. Ой, хорошо. Хорошо. Ну давай. Ах ты кучерявый. Мой. Господи. Господи, это что за великий Хронос, чат? Забираем деньги. Хронос все у них заберет, чат. Хронос у них забирает все. Нет, ну чат, ну согласитесь, ну такой билд вы еще не видели. Такой билд вы еще не видели. Дайте мне красный, выбейте ФГ, и гаддэм, я разомну булки каждому в их команде. Все, погнали, осталось ФГ. Ой, Солька умница, уже начала ФГ бить. Третью стадию. Чел, но не я же должен танчить. Я маг вообще. Так,
Блять, я сейчас умру так, алло. Я же Хронос, как я могу умереть? Все. Гипер-убер-дэмэдж собран, чат. Окей. Ладно, ладно. Тут я ошибся немножко. Получается, Нейт единственный, кто выиграл лейн. Но получается так. 1000 плюс силы в 10-4. Что? Они опять за Нейт пошли. Ай лол. Смотри на них. Смотри на них, чат. Бедный Нейт. Все хотят трахнуть Нейт. И Нейт убила Арахну? Что? Серьезно? Просто же, и что за урон? О бой! Это просто жесть. Кто-нибудь заклипайте, говорит, это. Вообще плевать. Вообще плевать. Я бью Титана. Я Хронос, который бьет Титана. 1110 урона было в пике, вы видели? Жесть. Ну, слушайте, Хронос Киллер Квин заказал. Надеюсь, он будет рад этой катке. Если он ее посмотрит в записи, либо потом увидит на Ютубе, естественно. 46 тысяч урона, посмотри. Посмотри, 46 тысяч урона на Хроносе Маги. 15-4 я сыграл. 5 вардов. Идеально просто. Идеальная игра на Хроносе. Все. Лайк, как бы, ну, понятно, да?